И последнее. В компании «Алроса» выбирают самого лучшего водителя. Удачно проходит конкурс профессионального мастерства. Впервые его проводят на Удачнинской площадке. Определить победителя помогут два этапа соревнований. Какие, расскажут наши коллеги. Несомненно, все участники волнуются. Для каждого из них конкурс – возможность доказать, в компании он лучший. Предварительные этапы конкурса профмастерства проходили на местах. Руководство компании и профсоюза «Профалмаз» подобными соревнованиями стремятся поднять престиж профессии водитель. Все вы профессионалы, хорошие водители, с хорошими знаниями и правил дорожного движения. В итоге, конечно, кто-то выиграет, кто-то будет лучшим, но я хочу сказать, чтобы никто сразу не расстраивался, потому что действительно вы лучшие водители компании, вы именно сливки, я бы сказал, нашего водительского персонала, который есть у нас в компании. В теоретической части конкурса водители соревнуются в знании правил дорожного движения и оказании первой медицинской помощи. Данная программа разделена на четыре блока. В первом блоке 5 вопросов, в втором блоке, в третьем, четвертом по 5 вопросов. Если участник делает ошибки или допускает ошибки, 2 ошибки в одном блоке, то он автоматически исключается из сдачи экзамена. Возраст участников разный. Здесь водители с многолетним стажем и молодые работники компании. Все настроены серьезно. Теоретическая часть конкурса подходит к завершению. Впереди не менее ответственное испытание для каждого из участников. Водителям необходимо...